Всем привет! Предлагаем вашему вниманию рейтинг актрис, известных в первую очередь по своим ролям в сериалах. Мы просили вас голосовать за девушек в нашей группе ВКонтакте. Еще раз скажем, что красивых актрис очень много, но мы отобрали 9 из них. Итак, кто она? Самая красивая актриса отечественных сериалов. 9 место. Анна Чиповская. У Анны Чиповской очень благородные черты лица, а сама актриса считается одной из самых востребованных и талантливых актрис современности. К слову, у актрисы также прекрасное чувство стиля. На любой ковровой дорожке Анна имеет оглушительный успех и получает восторженные отзывы всех стилистов страны. С 2013 года Анна встречается с креативным директором рекламного агентства Даниилом Сергеевым. 8 место. Татьяна Арнтгольц. Татьяна – одна из самых популярных актрис-близняшек в отечественном кинематографе. Обладает очень естественной и нежной красотой от природы. Как говорит сама актриса, секрет ее красоты кроется в положительных эмоциях и гармонии с собой. Актриса была замужем за актером Иваном Житковым, от которого родила дочь Марию. Также актриса встречалась с Григорием Антипенко, но позже пара рассталась. 7 место. Анастасия Задорожная. Актриса, певица и стильная красавица Анастасия Задорожная всегда выглядит свежо и ухоженно. Девушка старается правильно питаться и заниматься спортом. А еще в вопросах красоты Насте помогает мама, которая является ее личным косметологом. Более 7 лет Задорожная встречалась с фигуристом Сергеем Славновым, с которым познакомилась на проекте «Звездный лед». Но, по слухам, пара рассталась. 6 место. Наталья Рудова. Актриса Наталья Рудова не только обладательница природной красоты, но и отменного чувства юмора. Наталья часто делится в сети кадрами из жизни и забавными видео с друзьями. Неудивительно, что девушку часто приглашают в сериалы и полнометражные фильмы, ведь она уже давно завоевала титул одной из самых красивых российских актрис. 5 место. Настасья Самбурская. Одна из самых ярких актрис Настасья Самбурская не боится показаться смешной или странной, а поэтому на ее страницах в социальных сетях множество юмористических видео и смешных фотографий. Кстати, Настасья еще и уверенная в себе девушка, поэтому в подруги себе берет таких же красивых и талантливых. 4 место. Кристина Асмус. Миловидная, очаровательная Кристина Асмус обладает ангельской внешностью, за что и получила звание одной из самых красивых актрис российского телевидения. Кристина замужем за Гариком Харламовым, и у пары подрастает дочь Настя. 3 место. Анна Хилькевич. Еще одна блондинка нашего рейтинга – Анна Хилькевич. Тщательно следит за своей внешностью, правильно питается, занимается спортом, ухаживает за своим телом. При этом всегда остается позитивной и доброй. Актриса замужем за бизнесменом Артуром Волковым. Пара воспитывает маленькую дочку Арианну. 2 место. Светлана Ходченкова. Светлана Ходченкова – одна из тех женщин, которым не нужно прибегать к серьезным ухищрениям и трюкам, чтобы выглядеть великолепно. Природа наделила актрису благородной красотой, поэтому Ходченкова выбирает классические прически и традиционные решения в макияже. Светлана была замужем за актером Владимиром Яглычем. Осенью 2016 года в СМИ появилась информация, что сердце актрисы завоевал врач Кирилл Маслиев. 1 место. Екатерина Климова. На первом месте нашего рейтинга прекрасная актриса Екатерина Климова. Глядя на эту хрупкую актрису, невозможно поверить, что у нее 4 детей. Актриса утверждает, что никогда не сидит на диетах, а секрет ее стройности в том, что она много энергии отдает детям и работе. Актриса пользуется большой популярностью у режиссеров благодаря красоте и таланту. Екатерина была 3 замужем. От первого мужа она родила дочь Елизавету. От второго, Игоря Петренко, 2 сыновей – Матвей и Корней. И от нынешнего мужа Гелы Месхи родила дочь Беллу. В комментариях к опросу вы называли еще много других красивых актрис. Наибольшее количество упоминаний набрали Екатерина Вилкова, Агата Муцениеце и Анна Михайловская. На этом все. Ставь лайк, подписывайся на канал, впереди много интересного. Удачи!